Шалом, возлюбленные! Мир нашего Господа Иисуса Христа всем вам от нас в Индонезии. Возлюбленные, в программе «Время для исцеления» мы продолжаем молиться, чтобы вы были благословлены и восстановлены. Поэтому, возлюбленные, давайте вместе принимать благословение через прославление и поклонение. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari dari awal katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya kau Tuhan tempat jawabanku. Sambil angkat tangan kita berkata, aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir di rumah, alami janjinya lebih lagi dan katakan, janjimu seperti fajar pagi hari. Saudara yang sedang menonton acara ini, saudara yang ada di rumah-rumah, yang ada di lapangan ini, janjinya ya dan amin, alami saudara. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Mari angkat kedua tangan kita dan serukan janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Sekali lagi saudara, seperti fajar pagi hari. Kami alami mujizat kesembuhan malam ini. Pemirsa di rumah, seluruh umatku yang ada di lapangan ini mengalami mujizatku ya Tuhan. Selamanya. Dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Saudara yang percaya janjinya ya dan amin, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Sorakan haleluya, sorakan haleluya.
Возлюбленные, мы продолжим готовить свои сердца и умы, чтобы принять благословение Слова Божьего, которое передаст нам пастор Ника Ньохарахардио. Пусть все те, кто услышит это послание, будут благословлены. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Возлюбленные, Господь Иисус благ. Он так благ, Он очень благ. Что бы ни происходило в вашей жизни, вы должны знать одно. Господь Иисус любит вас очень, очень сильно. Возможно, кто-то из вас споткнулся, и у вас проблемы. Вы думаете, любит ли Бог меня по-прежнему? Должен ли я продолжать надеяться на Него? Я отвечу на ваш вопрос. Господь очень сильно любит вас. И вы должны продолжать доверять только Иисусу. Почему нам нужно доверять только Иисусу? Ну, во-первых, потому что Библия говорит, что непоколебимая любовь Господа никогда не иссякает. Его милость никогда не заканчивается. Она обновляется каждое утро. «Господь мой удел, говорит моя душа, поэтому я буду надеяться на Него». Господь благ к тем, кто ожидает Его, к душе, которая ищет Его. Хорошо, когда человек спокойно ждет спасения от Господа. Когда мы верим в Господа, Иисуса Христа, как нашего Спасителя, Он живет в нас. И Он с нами всегда, поэтому мы доверяем Ему и надеемся на Него. Поэтому те, кто уверовал в Господа Иисуса, не доверяют более никому, кроме как Иисусу. Слово Божие говорит, «Проклят тот, кто надеется на человека, и плоть делает своею опорою. Тот, чье сердце отдаляется от Господа, будет как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе». И поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной и необитаемой. А тех, кто доверяет только Господу Иисусу, Слово Божие говорит так. «Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, а лист его зелен. И во время засухи оно не боится и не перестает приносить плоды. Те, кто ждет помощи от Господа, должны ждать терпеливо. Рано или поздно Господь непременно вам поможет». Мы доверяемся только Господу, потому что крепкая любовь Господа не иссякает. Его милость никогда не заканчивается, но обновляется каждое утро. Это значит, что мы должны верить. Сегодня будет лучше, чем вчера. Эта неделя будет лучше, чем прошлая. Этот месяц будет лучше, чем прошлый месяц. Этот год будет лучше, чем прошлый год. Почему же так? Да потому что Божие благословения обновляются каждое утро, милость Его обновляется. Слава Богу, каждый день.
baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Вторая причина того, что мы должны доверять только Господу Иисусу, такова. Библия говорит: «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. Но те, кто ожидают Господа, а это означает те, кто возлагает свою надежду на Бога, обновятся в силе. Они поднимут свои крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Когда мы сталкиваемся в своей жизни с бушующими штормами, мы можем ослабнуть, устать или утомиться. Но доверяя только Богу, мы обретем новую силу и новую надежду. Мы пойдем и побежим по этой жизни, и никогда не устанем, никогда не утомимся. Будет обновляться молодость и юность наша каждый день. Yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan, ajarku harap kau Tuhan, ajarku harap kau Tuhan. Третья причина того, почему мы должны доверять только Иисусу. Слово Божие говорит: «Только я знаю намерения о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщете меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим». Божьи планы для нас не во зло. Твердо это запомните. Божьи планы для нашего блага, чтобы дать нам будущность и надежду. Неважно, с чем мы столкнулись прямо сейчас, неважно, с чем мы сейчас сталкиваемся. Это не во вред нам, но чтобы сделать все лучше, чтобы дать нам будущность и надежду, чтобы мы были спасены и пошли на небеса вечность. Что нам нужно сделать, когда мы столкнулись со сложной проблемой в жизни? Это прийти к Богу в молитве. Господь обещал, что ответит на нашу молитву, если мы будем молиться и будем искать Его всем своим сердцем, поэтому никогда не забывайте приходить к Господу и приносить Ему свои нужды. Kau tandu keselamatanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu, ku sembah sujud kepadamu.
sujud kepadamu. Четвертая причина, по которой мы должны доверять только Господу Иисусу, потому что Иисус сказал: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Смерть здесь можно трактовать как безнадежность. Для тех из вас, кто столкнулся с серьезными проблемами в жизни, которые вынуждают вас говорить: «Ну как моя болезнь может быть исцелена? Как моя семья может быть восстановлена? И как мои финансы могут быть восстановлены?» Вы говорите: «Надежды нет». Тем из вас, кто говорит такие вещи, я хочу напомнить: никогда больше не говорите перед Господом Иисусом, что надежды нет, потому что для Господа Иисуса надежда есть всегда. Для Него нет ничего невозможного, потому что Господь Иисус говорит: «Я есть воскресение и жизнь». Tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada. Однажды, идя по дороге в Иерусалим, Иисус зашел в одну деревню. Там Он встретил 10 прокаженных, которые держались поодаль. В то время прокаженные невероятно страдали морально и телесно. Они должны были носить рваную одежду, распускать волосы, прятать свое лицо и кричать: «Нечист! Нечист!» Прокаженные были изолированы. Они должны были жить вне стана. Эти 10 прокаженных, увидев, закричали Иисусу: «Иисус, Господин, помилуй нас, наставник! Помилуй нас, Господин!» Эти прокаженные потеряли надежду, потому что лекарства от проказы в те времена не было. Они возлагали свои надежды только на Иисуса, и они знали, что только Иисус мог исцелить их. Иисус увидел их и сказал: «Идите и покажитесь священнику». Что имел в виду Иисус, говоря так? В то время объявить прокаженного исцеленным мог только священник. Поэтому, когда Иисус произнес эти слова, это означало, что прокаженные были исцелены. На самом деле они все еще не были исцелены. Но тем не менее, они поверили и послушались, хоть ничего и не понимали. Они возлагали свои надежды только на Иисуса, и они пошли к священникам. Пока они это делали, произошло чудо, и они были исцелены на полпути. Возможно, кто-то из вас столкнулся с ситуацией, похожей на ситуацию прокаженных. Логически, надежды больше нет. Но что вы должны сделать, так это прийти к Господу Иисусу. Иисус, Иисус, Kau berarti bagiku, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Возлюбленные, вы должны доверять только Иисусу. И чтобы Он ни говорил вам, верьте и повинуйтесь. Даже если вы не можете этого понять, даже если в этом, кажется, нет смысла, я хочу помолиться за вас. Кто из вас нуждается в чуде от Бога? Поднимите свои руки. Я хочу помолиться за вас.
Господь, Ты видишь поднятые руки, им нужна Твоя помощь. Они доверяют Тебе, Иисус. Отец, Ты слышишь, в чем они нуждаются. Во имя Иисуса будьте исцелены. Будьте восстановлены, принимайте свое чудо от Господа. Принимайте восстановление, исцеление. Будьте исцелены во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Sekarang semuanya jempolnya di atas kepala. Hati yang gembira. Yang keras. Yang manjur seperti obat. Hati yang senang. Tapi semangatnya patah. Keringkan tulang. Hati yang gembira. В эти 30 минут мы с вами были вместе на программе «Время для исцеления». Пусть то, что вы увидели, подарит вам новую надежду и силу от Господа Иисуса Христа. А мы с вами увидимся вновь на следующей неделе. Это была программа «Время для исцеления». С Богом! Selamanya kau hebat, sekali lagi katakan ku sembah kau Tuhan, pemirsa di rumah, sembah Tuhan Yesus, dan alami mujizatnya, haleluya, ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat. Serentak melambaikan tangan berkata Haleluya, Haleluya, oh amin, Haleluya, Haleluya, bersoraklah.
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagi kota ini Tuhan. Kota ini menyembah-Mu, kota ini memuji nama Yesus Tuhan. Kau hebat bagi lambaikan tangan sama-sama. Dipuja selamanya. Haleluya. Sekali lagi.